для кого-то из велоболельщиков не так звучно, это как Льеж-Бастонь-Льеж или Париж-Рубе, но это монумент, это один из пяти монументов для многих, для абсолютного большинства сегодняшних лидеров. Это последняя гонка в сезоне, и, конечно, хочется отдать абсолютно все. We'll be right back.
монумента. Я думаю, что в Бахрейн-Мериде могут быть полностью довольны таким лидером, отработавшим, я думаю, идеально свою зарплату. Ну а Джон Алафилипп занял второе место в борьбе за третье место. Кто это? Джан.